Голубое топливо 18-й микрорайон Тобольска пришло еще в 2018 году. Полностью работы завершили этой весной. Здесь 56 жителей получили природный газ. Его за два предыдущих года провели в домовладение более 20 улиц и перекрестков подгорной и нагорной части Тобольска. Общая протяженность сетей достигла почти 20 километров. Созданы условия для газификации более 400 домовладений города. Намечены и новые планы. Осуществляются подготовительные работы для строительства сетей газоснабжения в микрорайоне Восточный. Количество перспективных потребителей составят порядка 300 абонентов. Также обеспечить природным газом площадку индивидуального жилищного строительства для многодетных семей в 12-м микрорайоне города Тобольска мы ожидаем в 2023 году. Льготники, у которых голубое топливо появилось после 1 января 2018 года, могут частично возместить расходы на оплату газификации. В прошлом году субсидиями воспользовались 22 тубляка. За счет финансовой помощи компенсируется 6 видов работ от строительно-монтажных до приобретения необходимого газового оборудования. Социальная поддержка продолжится и в этом году. В части субсидирования следует отметить, что размер субсидий сейчас предоставляется в размере 40 тысяч рублей. Для того, чтобы получить данную субсидию, необходимо заявителю направить заявление в уполномоченную организацию, которым является Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности администрации города Тобольска. В этом году на данной цели предусмотрен в бюджете города Тобольска 2 миллиона 600 тысяч. После того, как голубое топливо появилось в доме, потребителям нужно обратиться в газораспределительную организацию, чтобы получить технические условия и заключить договор поставки газа. Строительство сетей в городе ведется в рамках региональной программы газификации. Она осуществляется компанией «Газпром газораспределение Север» совместно с правительством Тюменской области и при поддержке администрации Тобольска. Программа рассчитана до 2023 года. На специальной интерактивной карте можно посмотреть, когда и где появится голубое топливо. Зайти на сайт может любой желающий. Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров, Тобольское время.